Всем привет владельцам BMW. Сейчас поговорим о датчике измерения масла в автомобилях BMW, уже таких свеженьких, начиная где-то, наверное, с 2010 года. Ну и, в принципе, и в старых тоже это касается, у кого есть. Бывает такая проблема, что показывает ошибку, что датчик выходит из строя. И прежде чем идти в магазин или волноваться о том, что он у вас поломался, что-то заказывать, сделайте первое, это поднимите, ну и конечно, если есть подъемник, машину подъемником или домкратом. И первое, что сделайте, это проверьте ваш провод. Вот видите, это я снял защиту, это здесь у меня мышки жили. Здесь у меня, оказывается, жила мышка, и она вот подъедала этот провод. Вот, вот так. Вот здесь прям видно, что здесь грызли. Я, честно говоря, не мог сначала поверить в том, что это мыши. Как я вообще к этому пришел, что это мышки могли сделать? Я начал забивать в интернете за эту проблему, и очень много американцев начало писать: это мыши, это грызуны, грызуны, грызуны. И именно в этом месте мыши или крысы бывают и едят этот провод. Хотите, верьте или нет. И из-за этого потом, конечно, показывают, что миссинг, все пропало, датчик не работает, но поэтому не спешите торопиться расстраиваться. Первое, что сделайте, это просто проверьте ваш провод здесь или дальше, как говорится, дальше там по линии. Проверьте. Машина у меня F10 535-12 года. Ну, в принципе, по-моему, у меня на 530 E60 2004 года. Там тоже был такой датчик был. Кстати, он у меня тоже, походу, не работал. У меня бывало, моросил временами. Я думаю, он там тоже был чуть-чуть поврежден, но там был щуп в моторе, поэтому я как бы не обращал на это внимания. Ну, а здесь как бы нужно, конечно, обращать внимание, потому что здесь щупа нет. И, ну, все, кто смотрят, BMW-шники, все это прекрасно понимают. Так что, пацаны, вот так вот. Надеюсь, может быть, это кому-то поможет, это кому-то поможет, для кого-то сработает, как сработало для меня. Я, честно говоря, очень рад, потому что я бы ставил, если новый датчик, то, естественно, оригинальный. Вот такой вот номер. И он стоил бы, я думаю, на дилере, я не знаю, баксов 300, наверное. А так, вот так вот. На машине 60 тысяч пробега. Всем спасибо за просмотр. Ездите без поломок. Ну и до новых встреч.